Кино. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Присаживайся, что ты стоишь? О чем ты задумался? Не знаю, с какой проблемы начать, сестра. Где Мустафа? Эндам, приготовь омлет. Мама, где Мустафа? Дядя отвез Мустафу в ванн. Я не удивлен. Снова игры Шахнур-Балдар. Мама, давай пройдем в гостиную. Саваш, Мустафа там одумается. Мама, пожалуйста. Пройдем в гостиную. Чичик, сегодня я отвезу тебя в институт. Ладно. А ты сиди и молись. С тобой у нас будет разговор посерьезнее. Он прав. Мама никого не слушает. Эндам, налей мне чаю. Во сколько у тебя заканчиваются занятия? Как всегда, вечером. Хорошо, не выключай телефон. Может, я позвоню. Ладно. Опустим проблему с Мустафой. Он все равно вернется. Тогда я с ним и поговорю. Но ты должна мне ответить. Как ты могла сказать, что Чичек беременна? А что мне оставалось? Ахмед Муран сказал, я опозорю имя твоего сына. Кто знает, что бы он наговорил о тебе? Выполни, наконец, свой долг. Мама! Я говорил, что не прикасался и не прикоснусь к Чичек. Они скажут, зачем тогда он женился на ней. Конечно, я сказала, что вы были близки. Сынок, иного выхода нет. Переспи с ней. Если не понравится, быстро сделай ребенка. И все. Мама, ты не понимаешь? Я говорил, что люблю другую. Другую. Это не помеха. Женись на возлюбленной, живи с ней вместе. В чем проблема? Выставишь мать лгуньи перед всем ваном? Опозоришь меня перед всем народом? Ты уже опозорила саму себя. Саваш, послушай меня. Сделай ребенка и закроем эту тему. Мама, нет, нет, нет! Ты немедленно позвонишь матери Чичек. Скажешь, мы ошиблись, она не беременна. Если ты не скажешь, я скажу. И будет еще хуже, так и знай. Ладно, ладно. Я говорила, что сегодня мы пойдем к врачу. Я позвоню вечером и скажу, что ребенка нет. Мама, прошу тебя как сын, прекрати самовольничать. Прекрати. Перестань. Кто та девушка, которую ты любишь? Когда ты нас познакомишь? Когда мы пойдем свататься? Если ты забыла, благодаря вам я женат. Сначала нужно развестись с Чичеком.